Привет, друзья! Вот и подошло время подведения итогов розыгрыша на канцелярии. Получилась у нее вот такая огромная коробка, ее еще надо заклеить, потому что она не закрывается, она полностью набита подарками. Я, честно говоря, не ожидала, что будет такое большое количество участников. Писали и правильные ответы и в Инстаграм, и на почту, Одноклассники, ВКонтакте. То есть практически все участники написали верное кодовое слово. Итак, кодовое слово – это была галатурия. Это морской огурец, собственно говоря. Вот ее фотография, кто еще не посмотрел. Первоначально я хотела сделать только одного победителя. Вот, но все-таки победителей будет два. Первый победитель получит саму коробку с подарками вот эту вот. А второй победитель лично от меня, лично мной собранный. Пусть не такой большой подарочек, но тем не менее по интересам. Я надеюсь, это будет кто-нибудь из давних подписчиков, кого я уже смогла узнать на моем канале. И именно для него я соберу посылочку, так что победителей будет два. Ну что, друзья. Из-за того, что ответы присылались на почту и в социальные сети, рандомайзером я не смогу воспользоваться, но я сделала вот такую вот небольшую лотерейку. Вот, и сейчас я буду вытягивать одного-двух победителей. Ни пуха ни пера всем участникам. И первый победитель у нас канцелярии это просто Ян. В прошлый раз победителем был просто Ангелочек канал, ну а теперь это просто Ян. Так, и давайте сразу второго победителя найдем. Так, копаемся. На второй приз у меня побеждает Креатив Дэнни ТВ. Ну что ж, Денис, я рада, что ты первый раз участвуешь в конкурсе и получаешь подарки. Ну что ж, друзья, я поздравляю победителей канала «Просто я» и Креатив Дэнни ТВ. Вы получаете подарки от моего канала. Первый победитель получает, канал «Просто я» получает вот эту вот коробку. А второй подарок я соберу лично для Дениса. Он живет в Петербурге, мне нравится очень его канал. Денис, поздравляю тебя, все-таки не зря ты решил поучаствовать в розыгрыше. Пожалуйста, участники, точнее победители, напишите свои адресы, свяжитесь со мной, чтобы я могла отправить как можно быстрее посылки. И, друзья, в следующем году, перед 1 сентября, я проведу еще один подобный конкурс, но теперь победителей будет, конечно же, больше. Вот, и, наверное, времени для участия тоже сделаю побольше, потому что не все успели поучаствовать. Ну что же, друзья, всем школьникам и студентам удачи в учебном году. Только пятерок, отличного настроения, веселых друзей. Честно говоря, у меня такая ностальгия 1 сентября, я очень скучаю по школьным годам, по студенчеству это вообще отдельная тема, это самое веселое время, мне кажется, в жизни каждого человека. А всем участникам, кто не победил, вы не расстраивайтесь, перед новогодними праздниками у меня будет еще большой розыгрыш. Какие подарки будут в новогоднем розыгрыше, вы будете выбирать сами, я буду делать опросы в каждом видео. Так что участвуйте в опросах, выбирайте следующие подарки и, конечно же, участвуйте. До встречи, друзья!